Заход в Лисичанск сразу с пяти сторон. Трасса на Бахмут-Артемовск, возможно, уже перерезана. Американский институт изучения войны, а также генштаб ВСУ сообщают о наступательных действиях по направлению к Славянску. По сообщениям Bloomberg, России объявили дефолт впервые за 104 года по внешним обязательствам. Зеленский предостерегает Беларусь от возможных действий против власти Зеленского. Ну, Арестович вовсе переходит к угрозам, а также анонсирует, что он создаст новую цивилизацию. Тем временем в Киеве для Кличко расширят военно-речной флот, перекрасив еще несколько прогулочных катеров и рыбацких лодок. Пардон, переоборудовав. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 27 июня, 11:00. И начну я по Донецко-Луганскому направлению, как сообщает Американский институт изучения войны, а также Генштаб ВСУ. Идут наступательные действия, штурмовые действия. Ну, Генштаб ВСУ сообщает, что как бы обороняется. Но вот поступает информация о том, что с пяти сторон зашли в Лисичанск с ряда источников. И также, что трасса на Бахмут-Артемовск перерезана. Ну, Генштаб ВСУ пока что это никак не комментирует. Там обычно информация задерживается на несколько дней. Лишь упоминают некоторые военные украинские чиновники, что идут штурмовые действия в направлении Лисичанска, также в направлении Славянска, ну и атаки по перерезанию трассы на Бахмут-Артемовск. Ну а вот международной новостью номер один, которую сейчас разносят разные соцсети, особенно в украинском сегменте, что для России объявили дефолт по внешнему долгу впервые за 104 года, сообщает Bloomberg. Но напрашивается сразу несколько вопросов. Деньги как бы хотели отдавать, но их не принимают. И в итоге вот эта вся ситуация с экономической точки зрения бьет обратным эффектом по самим инициаторам этого так называемого дефолта. Потому что для России фактически ничего пока что не меняется. А вот доверие к валюте в той, в которой привыкли многие хранить деньги, еще 30 лет уже, да, как бы набивали цену этой самой валюте, тут вдруг начинают как-то иностранные различные инвесторы, китайские, ближневосточные, как-то с недоверием относиться к этой валюте и выводить активы с нее. Потому что если даже у вас есть деньги, не факт, что вам дадут заплатить по долгам. Ну и, соответственно, это видят во всем мире. Также, как сообщает еще одно западное издание, Россия готовит еще одну сырьевую ловушку для западных стран, а именно связанную с металлами. И в данном случае речь идет о литии, который используется в производстве электромобилей и в различных других технологических цепочках. А запасы его больше всего в Боливии, и вероятно, что Россия начнет его разрабатывать там, помогать в разработке. А это даже больше, чем поставляет Чили и Аргентина. И Запад, конечно же, бьет уже тревогу, что кроме энергоресурсов может добавиться еще несколько направлений. Ну а Зеленский начал бояться Белоруссии и даже разместил соответствующее видеообращение. Кстати, друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Там я могу разместить больше и видео, и других материалов из-за разгула свободы слова и демократии. Ну и, собственно говоря, Арестович, продолжая вроде бы обращение Зеленского, даже вообще на угрозы перешел. Но при этом, кстати, посмотрите очень такое занимательное видео в стиле Остапа Бендера после борща с грибами. Арестович рассуждает, что он будет создавать новую цивилизацию, и США хотят забрать его от Украины, из Украины. Такой специалист, конечно же, там очень нужен. Ну и в завершение еще несколько военных новостей. Американская администрация, возможно, будет рассматривать вопрос предоставления Украине средств ПВО или ПРО. Ну, об этом сообщают ряд источников в западных изданиях. Ну, а для Кличко, в смысле для Киева, будет своего рода такая военная подмога в виде военно-речного флота. На таком военно-речном флоте в детстве в Киеве я любил кататься с района Оболонь в другие районы. И очень любили, кстати, ездить на один остров, где очень классные пляжи.
Кстати, интересно, Кличко дадут звание адмирал военно-речного флота Киева или нет? Как вы думаете, напишите в комментариях. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.